Побывали с женой в Лондоне. Вечером в ресторане нашли в супе муху. Я молча бы эту муху съел, а супруга подзывает официанта, тычет ему в лицо этой мухой. Тот лицо изменился, будто бы мух никогда не видал. И тут же нам суп заменили, плюс по бокалу вина, да еще весь обед за счет заведения. На завтра мы пошли в ресторан со своей мухой. Запустили ее в куриный бульон. В результате обед ничего нам не стоил, да еще от метрдотеля цветы. Вот так красиво жили в Лондоне фактически на 3 мухи в день. В Мексике моряк с нашего корабля прикупил попугая. Подражал голосам бесподобно. Ну, а лексику морскую знаете сами. Тем более дам нет, а служба суровая. Матерился попугай, как пьяный матрос на гауптвахте. Да еще сам кое-чему морячков обучил. Вернулись на родину в порт Мурманск. А по санитарным нормам проносить иноземную живность на берег нельзя. Моряк сунул попугая под мышку, закутался в плащ. Проходит таможню, кашля, будто простывший. Молоденький сержант спрашивает: ничего запрещенного не проносим? И тут задохшийся попугай как даст из-под плаща матом. Сержантик смутился: ну-ну, уже и спросить нельзя. Проходите, товарищ. . 16 сентября сего года произошло дорожно-транспортное происшествие на Базарской улице. Водитель грузовика Кубыкин, заметив женщину, стоявшую на пешеходном переходе, затормозил, пропуская пешеходку. Гражданка Рыбец, которой ни разу в жизни ни одна машина и даже лошадь не уступала дорогу, продолжала стоять, ожидая, когда машина проедет. Через час Кубыкин пришел к выводу: женщина сумасшедшая. Дав задний ход, он скрылся за углом, чтобы она успокоилась и перешла. Рыбец разгадала маневр так. Водитель хочет разогнаться и выскочить на полном ходу. Поэтому переходить не стало. Когда Кубыкин через 40 минут выехал из-за угла, женщина стояла как вкопанная. Причувствуя, что добром это сегодня не кончится, Кубыкин решил сделать круг и проехать другой дорогой. Когда грузовик опять скрылся, Рыбец, не зная, что этот тип задумал, в панике бросила бежать проходными дворами с криками «Убивают! Спасите!». 19:00 на углу Посадской и Бебеля они вылетели навстречу друг другу. Кубыкин едва успел затормозить, Рыбец едва успела перекреститься. Так они маневрировали 4 часа. Стало смеркаться. И тут до Кубыкина дошло: тетку в детстве хорошо переехали, а он, очевидно, похож на водителя, который ее тогда не додавил. Чтобы она перестала бояться, водитель натянул на лицо черные колготочки, которые ее своей жене. Глядевшись, Рыбец опознала в Кубыкине особо опасного преступника, фото которого было в газете. Она решила его обезвредить и с криком «Ура!» метнула в машину пакет молока. Ослепленный Кубыкин вывернул в сторону и врезался в фонарный столб, который, падая, придавил некого Сидорчука, которого действительно 5 лет разыскивала милиция. Вот так, благодаря решительным действиям наших граждан, был задержан особо опасный преступник. Спасибо.